Итак, фенология нашего участка 2. Сегодня 14 мая 2018 года. Ну то я уже все сниму. Сесики. Веревочки. Короб был выкинут. Потом опять был нужен. Сейчас опять выкину. Картошка. На улице больше 30 градусов. Ну что изменилось вокруг меня с когда я там последний раз снимал? Сначала с 9 апреля, наверное, с республики. Или с какого-то 13 апреля. Вверх вот здесь. Выросла трава. Одуванчики стали распускаться. Это не заметит тот, кто не замечает такие вещи. Кто не следит за финалом. Это пошел мусор от пикников уже. От мангалов. Вот в какую сторону. Пока немножко стуга у нас там со сменой ворот, поэтому обновили калитку, почтовые ящики тут. Так, с берез летят сережки. Здесь валяется вот такая фенология на 14 мая. Здесь стала появляться трава, то, чего в апреле точно не было, в такой своей густоте. Дрова отошли в сторону. Пикники. То, как продвигается дело революции, расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас волнует конкретное фенология. Так, сказала пластика, до конца лучше не увеличивать. Главное было сказать, что все березки зеленые. И тени вот на крыше так. Ласточки еще не прилетели, я не знаю. Там что-то долго пилит или что-то такое. Кстати, конечно же, вот она основная черта цветения. У меня сейчас не видно, но по идее должно впадать белые цветки.
И вот там еще. Так. Появились также желтые одуванчики вместо математики, как я и говорил. Блин, так. Только этого не хватало. Сейчас с огромными делами просто отрывают, поэтому не могут запись сбить вот этими вот криками. Вот такая фенология у нас. Ну и конечно же, не буду эту дрянь показывать. Это тут понаехали какие-то родственники, которых мы не хотели. Так, так я в теньке. Сейчас жара, все расползлись с огородов, плюс 30. Может, я успею снять без свидетелей? Чтобы они мне не мешали. Так, что еще? Здесь появились... как они? Тюльпаны даже. Тут у нас росли желтые нарциссы и тюльпаны. Вот я немножечко выросли. Раньше были посажены, сейчас никто не сажает, но это все. Вот это действительно новшество. Это от бородавок. Тюльпан. Если вы видели, что пчел такие желтые ноги, это она собрала уже пыльцу, значит. Еще тюльпаны. Моя тень может помешать фотографии. И так ни хрена ничего не из-за солнца. Много-то нельзя, мне же еще пока. Так, здесь стали появляться листья, как только появилось. Листья стали проявляться суть растений. Мышиный горошек, малина. Один тюльпанчик забрался в заросли. Здесь обозначен. Здесь поставил коричневые. Вот это все, это уже пионы. Они из-за зелени вот этой буны сейчас пока не очень, но наметят. А чего здесь делать, малина, я не понимаю. Так. Снова нужно покидать эту дорожку, потому что здесь обозначилось цветение. Майская. Я уже его фоткал, стоп.
Странно. Феноменический факт. Как чаинки такие. Везде эти цветки. И сейчас еще. Здесь такая же штука. Блин, успеть. Пока никто не мешал. Не помешали съемки. Вот я взаимодействую с пространством Майя. Так, бросаю. Тут следует рассказать отдельно. После провозглашения республики она все еще существует. Больше месяца уже с 9 апреля. 9 мая мы отмечаем. У нас на площади как раз. Вот торжество республики. Флаг похож на армянский, только случайно получилось. Вот эта схожесть. Здесь, в сарае, все отсюда унесли. Приехал братан, тут навел порядок. Сколькими людьми, поэтому отсюда все унесли под замок, а здесь теперь помойка у нас. По крайней мере, на улице. А вообще сарай под разборку в плане. Разбираем кострище. Так видите, мой в бывшем сарае. Что касается заднего двора, там все тоже немножко другое. Немножко. Это будет следующим, после вот сейчас закончим, картошку копать разберем, гряду. И начнем. Здесь везде выросла крапива. Отводить ее, понятное дело, что опасно. Но вот эту шнягу можно провести. Только я телефон держать не буду. Ну это классический вид. Похоже на европейский. Так, если провести вот так, без стенки красивый, то это очень неприятно, поэтому этого не делают. Я не вижу, что он снимает. Здесь не красиво это. Жуткая. Все меняется. Бахтан, короче, приехал, но не пришел, все поменял. И улица на то, что пошла, но то потом приехал двоюродный брат тут не да. И что-то все затормозилось.
А одежда поменялась из рабочей, в которой я ходила на тебе рабочей. А основная одежда вот такая. Штаны, пиджак, все красиво, как в НЭПе. Только я назвал это программу НЕО-НЭП. Социал-демократия с возможностью частного торговли имущества. А не как в 16-м году было во время первой революции. А сейчас уже так, это классический вид в саду. Здесь мороз. Здесь тоже самые расцвели всякие. Между прочим, это последние съемки вообще. Поэтому так и тщательно. Потому что где-то в январе и в феврале 2019 года я полностью закончу этот цикл. Вообще не буду больше на фенологию нашу вообще. Я, наверное, может быть, даже перееду. Я хочу за... Тут очень убийство. Надо где-то хоть одну пчелу поймать. Жарище стало сказываться. Это мост немножко уже. Вот я через цветение. Майк, ну через это. И через это. Так. Подрост. На яблоне пока ничего нет, неизвестно. Вот этот красный, возможно, это зародыш. Точнее, так и есть. Ну, сейчас таблетки, таблетку можно починить, в принципе. Руки не доходят, копаем огород. И последний. Хотя в этой части цветение. Еще сегодня идти по делам в город. Москва закончить, что-то я развел фенологию надолго. Так, ладно. Мы все стало садом в мае, все сойдет. А здесь у нас, ну это крыжовник, классика. Я его всегда показываю. Так, откуда у меня, чтобы тень не мешала. Как он стал хорошо виден, да. За два дня вскопан за один. Огород четвертого нагряда, что говорит о том, что мы просто обленились. Я хожу с тобой после грядок. Так. Чем является нам наш майский угодья больше вот? Такое увлечение, как и соседний мотоблок стоит. Времени еще не вымах. В основном все закрывает уже листва и цвети. И, конечно же, атмосфера — это грядки. Еще не посажены. Ну, день-два я засажусь. Во, посажен. Я не пойму, редис, но... Так.
Так, надо мать у меня еще. Да, сейчас, скорее всего, интересно покажу. Катушки еще. А литком таким. И здесь еще один такой же литочек. Как вообще выглядят эти игры? Это вот так вот делается. Что там за... Вообще не вижу, что там за... Что там? Все нанесенный мусор. Так, я нахожусь на нашем будущем. Вот на грядках. Видно. Вокруг меня. Все эти лоточки. За один день. Да, что доказало, что ленимся. Потому что соседи вон те скопали участок. За один вечер вышли застроенные, но уже все посажено. Ну я тоже тут ближайшие дни с этим уже. Да. Грядки. И сегодня, завтра, если плохо. Уже 21 минута входного времени. Видео, которое... Так, тут малин. Снова мальчики. Еще раз. Так, входим в зону яблони. Ну, еще раз. Немножечко о гряды просто. Я думаю, понятно все. Все запечатлено. Потом оно зарастет ботвой. Все вот эти ряды ровные. Видно же, что ряды. Совсем, конечно, ровные получились. А здесь при листве стало видно, какие ветки сухие. Можно опиливать их. Например, вот это. Какие нет. Я люблю, когда солнышко блистает. Но сегодня оно высоковато стоит. Поближе покажу, если не будут мешать соседи. Не выползут на жаре. Такая обсохшая ветка уже. Ну тут что, ничего такого особенного не происходит. Люди то приезжают в этот дом, то уезжают. Ай! Вот у нас три подряд. И там еще один. Были простые дома в 90-х, как такая микросхема дощапа. А теперь здесь везде эти коттеджи. Блин, в тапках, не в рабочей форме сейчас. Теперь стали где-то три коттеджика. Да, я могу поднять, как с квадрокоптера, на максимальное увеличение. Данный навострился снимать.
Я все не помню, как это растение называется от золотых, от бородавок. Хотя знаю. Так. Все в одуванчиках. Я думаю, даже здесь. Точнее, у меня это все в один получено. Тут. Можно сказать, майская такая. В одуванчиках все. Реально царство одуванчиков. Значит, чуть-чуть не подняться. Весь борт. Идет как одуванчик, ларополя такое. А вокруг него. Копано. И все раскрасилось блеском белым, как дым от бесконечных теплиц. Вот здесь непосредственно сам дым есть. Белого цветения. Интересно, сколько это видео у меня будет грузиться. Это уже не вишня. Или вишня, но другая. Но здесь, походу, это дикие сливы все-таки. Пусти ты, все превратилось в сад. Я могу звездочки на ее хоть запечатлеть, то потом начнется вот это вот осыпание. Бабочка появилась, но не знал, он ее не снял. Входим в немножко опасную зону, потому что тут соседи выходят копаться. Поэтому здесь вот так активно. Не знаю, никто не рекомендуется. Здесь, где нету дома, снесет целое поле желтых одуванчиков. Вот такой вот. Так, в кушнике. Снился. Да, надо аккуратнее клещи. Это еще, наверное, прошлогодний. Вот здесь появились листья. Его не было. И даже до сюда доносится блеск теплиц. Я уже сам хочу скорее закончить, потому что мне надо мешать. Но еще половина примерно. Липка живая. Так 250 лет можно ждать. Птицы поют. Прошлогодние ягоды валяются. Честно.
Вот откуда на глазах черный слой земли? Это многолетний перегной. У нас с 30-х годов, потому что стали засыпать болото, которое здесь было за городом. И теперь здесь город, уже глубоко. Из пригорода постепенно превращается в город. Ничего не имеет среди майских. Так. Здесь все еще опутано этой штукой. Ну ничего, зато вся вода высохла. Жизнь, конечно, язык. Появилась мышиного горошка много. Так, ладно, мне кажется, что много уже на один раз, 30 минут, надо разбивать.